Вот уже третий месяц все пациенты, которые проходят лечение в стационаре Ильичевской бассейновой больницы, бесплатно получают расходные материалы и некоторые лекарственные препараты. Это стало возможным благодаря работе городской программы здоровья населения Черноморской территориальной громады. В этом году есть большая возможность у жителей нашего города, а также с учетом того, что мы каждый год обслуживаем все больше и больше населения прилежащих сел, а это до 15-16 тысяч человек в год, есть возможность получить бесплатно одноразовые шприцы и системы, а также растворы. Это тресоль, глюкоза, физраствор и так далее. С одной стороны, это возможность бесплатного получения этих препаратов. С другой стороны, это большая возможность у больничной кассы закупить отдельно медикаментов на сумму, которая остается от того, что люди вносят взносы свои. Во вторник мэр города Валерий Хмельнюк побывал на складе больничной кассы главного медицинского учреждения Черноморска. В частности, городской голова лично проверил наличие расходных материалов и лекарственных препаратов. Сегодня, скажем, возникает много таких вот проблем. Вот надо укол сделать, надо там физраствор и так далее. У людей это вызывает вопросы. Он только лег на койку, сразу надо деньги бежать и это все делать. Значит, мы понимаем, что всеми все, только медикаментами мы их, естественно, тоже не обеспечим. Вот решили сделать так, чтобы, скажем, вот любой житель нашего города, который попадает в больницу, вот эти все услуги были оказаны за счет вот городской системы финансирования через больничную кассу. Если это оправдает себя, значит, мы продлим до конца года, а на будущий год еще усилим эту работу. Значимость финансирования городом больничной кассы отметили и депутаты Черноморского горсовета. Первый раз за историю города было принято принципиальное решение депутатским корпусом и городским головой о выделении 1 000 000 гривен, и это в будущем будет увеличиваться, на шприцы, системы и растворы. То есть любой человек, который, не дай бог, попал в больницу, он не бежит в аптеку, а он это все получает бесплатно. Это связано с тем, что люди беднеют, и плюс государство, которое финансирует больницу, оно финансирует 91% на зарплаты и на коммунальные. По словам пациентов городской больницы, бесплатные расходные материалы – это поддержка для семейного бюджета. Все, что могли, больница предоставляет. Пяточные материалы все полностью, ну кроме таких дорогих лекарств. К сожалению, количество пациентов Ильичевской бассейновой больницы не уменьшается. Поэтому в сегодняшних непростых экономических условиях поддержка медицины – это одно из главных направлений работы городских властей.